Let's go, ребята, третья игра. Погнали. Зовите Азу, пацаны. Нагинг там все вообще поплыл. Чисто Нагинг поплыл уже. Давайте там всех. Погнали, ребятки, третья катка. Погнали. Заруба стримеров вековая, да, получается? Заруба стримеров. Целька, let's go. Погнали. Топ ТБ, пацаны, зашли, как говорится, задушить. Алхимика сразу, бан. Хорошо. Забираем всю грязь, пацаны. 15 минут ФФ. Да, можно. Изи-бризи. У них инвалид на мид пошел. Нифига себе ты там. Там тинкер на миду был, брат. Ты шо? Тинкер на миду был. Так, чё по драфту? Мы первый драфтим, да? Мы первый драфтим. Ес, да, у нас будет. Дайте там мутик, пожалуйста, да, парню. Спасибо. Спасибо. Agreed. Привет, туалет. Я буду с простыми смертами на Next. У тебя слишком мощный состав. Ты не даешь шансов пацанам, когда будут игры с простыми смертными. Бро, после этой катки. Спасибо тебе большое за донейт, бро. После этой катки будешь. Что говоришь? Я говорю, не обижаться, что ты его туалетом называешь. Я не знаю. Но он же туалет. Он же туалет. У него же не W. Попытал удачи, хотел за них залететь, не успел. Не надо нам этих, знаешь, засланных казачков. Вот это тут зайдет. Мне кажется. Пускай рековарить. Погнали, если хускар, это значит можно душануть. Санрэм, как говорится. Санрэм душануть можно. Сугубо контрпики. Можно было еще и бобника взять. Бобник тоже хорош. Бобник. Пинис мусор. Ризрак. Ризрак хорошо срезает, кстати. Но можно будет на крестах его катать. На крестах можно будет очень хорошо катать. Хорошо. Омник, хорошо. Это хорошо. Нам кор нужен какой-то. Кор нужен. Кор, чтобы вел вперед. Тут можно даже и урсу взять. Говорит, с таким пиком фаст. Зачем? Пропикаем. Норм. Ну, ок. Сделаем. Лардар, вот это очень неприятно будет. Ладно, посмотрим, как мы лайнинги отыграем. АП создам. Ща файлик с МХ перекину тире. Одобряю, одобряю. Ага, хорош там вообще туск. Хорош. Говори. Джиджи. Хорошо продрафтили. Но у них очень активно, нужно будет аккуратно на миду стоять. Сейчас пацаны говорят, файлик подкрепят. Так, чоп дота. Let's go. Чего, я не могу в свою же игру зайти? Лол. Создаю чоп дота, не могу зайти. Чоп дота. Хорош. Пик страшный. Да, у них тоже пик. У них, видишь, лардар с закатом. Я так думаю, мы даже начальную стадию можем прогулять. Так, свап. Это есть. Свап 9-3. Свап 5-6. Свап. Хорошо. У них один, у нас один. Вот этот есть. 4-9. Урса, да нет. Урса хорошо должен зайти. Мы должны...
СММщик, это что такое СММщик? СММщик. СМСщик! Ты хочешь СМС-ка отправить кому-то? Не надо, брат, спасибо. Рекламщик. Типа. Рекламщик. Да какая реклама? Я не рекламился. Нужно двигаться самому, пацаны. Если что-то хотите добиться, нужно встать с дивана и делать просто, делать и делать. А если вам это еще и нравится, то, что вы делаете, тогда пробивать потолок надо до конца. На бабке. Бабка это кто такая? Бабка говорит. Готовы, пацаны, там? Все, let's go, парни. Let's go. Спасибо, ребятки, всем, кто на стриме. Продолжаем душить. Чоп это что? Чоп это без ПТС и приватка. Чост это без ПТС и не приватка. Социал медиа маркетинг. Не, спасибо. А смысл? Где ты будешь брать аудиторию D1? Аудиторию D1 где ты будешь брать? То есть, понимаешь, это реклама, продвижение, да? То есть, это как бы это круто, да. Но где ты будешь брать аудиторию по D1, если ее в принципе как таковой нету? Она 800 как бы... человек такие сейчас. Ну да. Такие, ну да, мы тут такие чисто сидим, кайфуем. Так, ну что, там грубенько будет, грубенько. Походу по попе будут давать. Погнали пробовать. Будем в терпилу, наверное, закупаться. Там замена была, нет. Там девятый добавился. Был. Все ок. Сори. На деньги играешь? Нет, я на деньги не играю. Хорошко, уплотним чуть-чуть. Там все софтом, кроме... Вот я поэтому не люблю играть с этими игроками, которые заходят в стоп-ТБ, потому что в них уверенности максимально нет. Максимально нет уверенности в этих ребят. Вот Мирба, он, кстати, свой сигнатуру взял. Восьмой слот не знаю, он сейчас не видно было, что там какие-то МХ мувы были. 9 замены. Хорош. Напишу по Дэнни, я тебе скину ВК или в ТГ, ок. Ну напиши, но только что поменяется. 35к подписчиков. Бро, ну так прикинь, я занимаюсь этим 2,5 года и только 35к подписчиков за такой труд, который я делаю. Прикинь, то есть, ну, что аудитория, небольшая. Да и один аудитория небольшая, занимался бы этим лет 10 назад, но сейчас бы, наверное, много было бы. Понимаешь, в этом смысл? Жантай всю жизнь, что там, софтер? Ну, не знаю, бро, не знаю. На миду он себя как софтер не показал, твой свайпера. ТВ и гошный розыгрыш делаешь, только ты, другие стримы не делали рекламу. Но ты понимаешь, что, во-первых, это финансы, плюс какой-то контент надо как-то этот преподносить, плюс зарубово. Но он как бы, он проспонсировал, почему бы не поиграть и вам контент, и вам еще есть возможность капсы хапнуть, понимаешь? То есть, ладно, если бы я просто там, да, образно. Так, ну тут я сейчас отойду, вот так вот сделаю, да? Или нет? Не будем принимать. Не-не, минус. Не. Я не хочу ХП сжигать. То есть, понимаешь? Ладно, это если бы это было просто... Если бы это просто, знаешь, реклама была. Но просто рекламу я не делаю. То есть, я делаю с выгодой для вас. То есть раньше, если я что-то там еще один канал, по-моему, какой-то рекламировал, и все. То так, в основном, с выгодой для вас стараюсь что-то делать. Потому что, ну, это же круто, вам капсы. О, начинается вот это проклятие промахов. Это жесть. Проклятие промахов, это жестко. Так, можно мне лайн откушать? Хорошо. Что там, второй левел есть, да? Отлично. Да и вы сейчас вкачать надо. Есть дайв. Найс промах. А стики сейчас возьмем. Это пешку.
Ребята там хапают, да? Как крипа не добил, непонятно. Непонятненько. Отключить звук Феникса? Нет, я никогда не отключаю звуки героев. Не вижу смысла в этом. По идее, должен сгореть, я так думаю. Да. Хорошо. Подраздамажили чуть-чуть. Боже, как мне тяжело ласхитить. Я не могу крипов у крипов забрать с пустого лайна. Хорош. Хоть одного забрал. И то радует. Так, СР куда надо? Хорош. Пусть карточек пришел. Че там, 8 крипов на 3-й минуте? Это я на Феникс. Ласхичу как бог. Ласхичу люто. Промах на ласхит. Ну, это тупо, знаете, какое-то проклятие, какая-то порча. Или как это назвать? Когда ты даже слоу-граунда не добиваешь крипа, потому что ты... Не просто потому, что ты там плохо рассчитал, а просто потому, что тебе не везет уже. Есть такой смысл. Какой 15к? Воем не 15к, бро, он там, он любитель. Ребята там на топе суетятся, же есть. Это плохо, что ты сбил. Монетка, да? Погнали монету заберем и вернемся на центральную. Не надо, дядя. Все, огонь. Лордар на четверке, да, там? Хорошо. Хорош. Посуетимся чуть-чуть. Что, долго так? Это жесть. Давай. Хорош. Я тут выживаю. Ой, какой Тарантино, бро. Хорош. Пицурница, я просто прибил таракана. Чисто на этот заходишь. На кухню забегаешь, а там такой таракан в виде хускара. И тут такой тапок в виде фиссуры. И все, до свидания, дорогой, отдыхай. Отдыхай. Хороший телепорт, помог пацанам, как говорится. Подзадушили. Это он играет, он играет. Там мы как бы и не ссорились. Че там, я спиритов раскачиваю зачем-то, да? Просто... Да, побегаем чуть-чуть. Я понял. Я понял. Побегаем чуть-чуть по кругу. Хорошо. Отлично. Отлично. Регенерируется чуть-чуть.
Ребята на топе по КД дерутся. Хорош. Я, если что, телепортом. С левел еще возьму. Я там уже, походу, не нужен, да? Ребятки. Я там уже не нужен. Так, есть. Урночка имеется. Погнали. Вы ребенок. В смысле, я ребенок? С чего ты взял, что я ребенок? Я не ребенок. А что хотел? Что случилось? Почему такой вопрос негативный на самом деле? Я не ребенок уже давно? Ты давно не ребенок? Что-то на топе какие-то лютые зарубы. Ну, нужно двигаться, парни. Гоу. Гоу, надо помогать. Я не знаю, так не варик. ТДшки гоу возьмем. Пригодится. Пригодится, с руки чуть побьем. Двигаемся. Хорош. Не, минус. Пойдет. Чуть-чуть раньше бы, если пошли, да? Было бы пушечно. Один-один, да, пока играем. Пока один-один. Пойдет, мана есть, можно поесть. Первая катка, другой состав был. Да, первая катка совсем другой состав был. Там более такой у нас состав был ветреный. Более ветреный состав был. Так, у меня все основное есть, чтобы файтиться. Сейчас лазер в тройку и все. Тут, в принципе, можно душить по КД. Сейчас отличную игру показываем пацанам. Ребята, если начнут что-то душить, то... переагрим таким образом. Сколько играю в доту? Ну, лет 15 играю, бро. Может, даже больше уже. Айкапу сколько лет я все это время играю? Сколько айкапу лет я все это время играю? Бубой. Хорош, кто там кого поймали? Эх, жалко. Го, подеремся чуть-чуть. Бубой, ну тут пятером собьют. Пятером надо, парни. Это лажа. Надо в пятером начинать драться. Сейчас такой лишний фит был, но у меня варианта не было. Там уже Dreamcoil поймал, можно было попытаться улететь. Пятером бегают парни. Так, найса в перекрылах. Печально, конечно, что сейчас произошло. Пускара жалко там не запилил. Какой у меня левел? 9, да? Ну, не достало мне чуть-чуть. Не хватает. Не хватает немного мне до лазера тройки. Ой-ой-ой-ой, опасная ситуация у ЕСа сейчас. Опасная ситуация. ЕСа, скорее всего, сейчас сольют. Я улетаю тут. Или тоже с фижу. Ты куда разогнался, дядя? Я нормально все как? Ой, топ ТБ игрок. Добрый вечер. Вот так вот. Топ ТБ игрок. Бубой. Жесть, левела нету. Надо левел пропать, парни. 11.
То есть ребята там ломают, страшно. Но я нужен им. Я нужен, иду, иду. Вот этого пацана. Гоу, 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 гоу. По-моему, там изи. Изи фражочек. Ой, какие тайминги, но я запилю его, по идее. Сейчас на меня будет прыгать, по идее. Хорош, до свидания. Отлично, законтрили. Все ок. Законтрили. Отлично. Так, 2200 на кармане, парни. Это говорит о том, что, возможно, будет сакред. Но не скоро. Пока что не знаю. Фармим. Угу. Но если Dreamcoil ставит... Жесть, мне одного крипа не хватает, 11-го. Так, не уверена, они сейчас... это могли, кстати, подзадушить меня. Блин, спокойно мне даже кажется. Печалька. Go FF и next. Но это зависит от оппонентов. Как бы мы играем, видишь, как играем. Ребята на топе. Надо тоже стянуться. Я иду. Раша наберут. Это хорошо. Название лучшего или бабки? Название лучшего... Наверное, лучшего ЧСВшника года. Вот так вот выразимся. Не знаю, заруба, воим, как так сказать, залетел, говорит, давай там, заруби 5x5p, поделяем. Ну, давай, я говорю, почему нет. Для контента можно, давай выразимся так, Джаски, для контента. Правильно? Правильно. Для контента, каточка. Для контента. Бобой. Получается, да? Ох ты, ничего себе вы, дядя, вы что тут делаете? Стоят в кустах вчетвером. У меня КД лазер, Хускара, смысл сейчас пытаться пробивать? КД? Надо пробивать, когда лазер есть. Там Аега. Если честно, мало крипов бью. Очень мало. Они там стоят 100%. Силы бананов помогут, пусть. Понимаю. Сила банана. Во-во-во, я об этом и говорил. Ой-ой-ой, хорош. Вот так сделаю еще. Ой, так, тот сгорит, нет? Пойду прочекаю его. Сгорел, добрый вечер. Хорош, я отзвонил, еще яйцом нормально получается, гомит. Максимальное осуждение за такие мувы оппонентов. Вроде да, там подцепили, но получилось укакались от торрента. Мид, 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 гоу. Могли, кстати, могли, но я что-то, мне кажется, зря газанул. У меня уже сейчас радик будет. Так что пока Феникс центральный с радиком, это уже... Другой разговор будет. Можно будет спокойно. Потому что лазер чистый урон, поэтому Фускары боится лазера. Поэтому и боится. Сакрат сюда. Маену сюда. Ух ты, смотри какой. Смотри какой, да? Это что, топ-ТБ игры? У меня еще вот это есть. Еще вот такая штука есть. А, это, по-моему, тут вообще без проблем. Сейчас дальше. Давай, давай. Ну, я тут сгорю, но ребята должны подработать. Хорош. Еще Хуска, если заберут, вообще отлично будет. Но армлетит, армлетит Хускар. Пытаются ребята как-то драться бы с него. Но, походу, сейчас просто армлет гейминг будет. Ой, зря там Урса побежал. Не пробьет, да? ЭГГ. Это плохо. Урса ушел далеко. Урса сейчас задавил. Побежал за паком. Но забрал он, да? Ну, а драка, кстати, проиграна. Хускара не слили. Урса далеко ушел.
Для команды Акс или Бара. Но для тимфайта Акс тоже хорошо, почему нет? К сожалению, ребятки, не удалось у нас немного. Файтинговые. Сейчас Радиант сделаю, парни. Там хороший ульт поставил, но не хватило. Лордар у нас с даггером уже у оппонента, да? Ну, хорошая, кстати, карта. Хорошая пошла. Дай мне до Радика доколотить. Ага, вот так вот, значит, да? Нас обходят толпой. Гей-парад, гей-парад начинается, парни. Походу, тут это... Серьезненько, что-то не дадут нам добить, да, кнопочки? Голец. У меня яичков нету, пацаны. Яички мне не скоро будут еще. Иллюзии тут бегают. Так, Урсу слили, это плохо. Иеса тоже слили. Отойти. Надо дофармливать, типа. Тут не варик так. Надо дофармливать эти. Так, без варика. Радик сделайте, с Радиком двигаться. Начинаем прогашивать, кстати, вот эту всю тему. Пацаны, мид ломают. Кстати, я за счет Клаки на миду выжил, это радует. Орлов, хп там еще. Движение какое-то имеется. С Роденсом по кайфу будет. Сейчас быстренько заколотим. Хорош. Есть кнопки. Я готов. За такие фиды можно проиграть, понимаю. Тенозес как? Ну и сейчас с детства. Как-то не знаю. С детства как-то прицепилось, еще в игротеке ходили. В игротеке ходили, тогда как-то прицепился этот никнейм и все. Так, ну что, ребят, готовимся. Нижняя линия, выход. Играем против сильных топ-тибешеров. Тибешеры. Топ-тибешеры. Го, мид. Низ, низ, го. Там Слардар, надо от Слардара подальше как-то держаться, да? Смотри, вон Бобой идет. Опа. Вот так делай, да? Бро, помогу. Это вот туда же. Опа, пуски. Пуска с руки. Там Слардар будет еще прыгать. Хорошо, пойдет. Ребята ошиблись чуть-чуть, го удали. Мне кажется, Т2 можем. Т2 можем зайти. Т-шечка. У ЕСа все есть. У нас Омника немного очень. Next Shivu попробуем сделать. Я так думаю. Слардариха на врыве стоит, да? Эх, не закрыл, да? Это плохо. Это очень плохо. Чуть-чуть не закрыл, если бы закрыл, но Хускара надо как. У нас еще корабль был. Чуть пассивнее надо. Я не ультанул, меня закрыло сразу там. Еще и корабль далеко, все далеко были. Все далеко было. Пик. 1200 собиралось, ребят, стрим. Но мы проигрываем эту игру, начинаем проигрывать. Хускара не убиваем и все. Нам нужно отыгрывать от крестов, как вот здесь вот сыграли. Хуска надо закрывать, у него там дизарм. Выжигать его и все. От дефа как-то стараться. Они хорошо дерутся. Хорошо дерутся. Вместе надо принимать. Я сейчас не ультанул, это большой минус нашу копилочку. АБКБ будем рассматривать. Кэдоп слот. Смотрим. Нам нужно вместе играть. Хорош.
На экстра шан вообще нельзя отдавать. Мне так кажется. Развернулись, да, вижу. Хорошо. Пускар на самом деле очень много делает. Нечем срубать его пока что. Вообще жесть. Нечем срезать. Мне нельзя под куском улететь. Урса фармит. От ХГ. Урса фармит. Давайте лучше от ХГ, но типа от ХГ 100%, мне кажется, нормально будет. В Рошпите, конечно, узенько, но... Попробуем. Но мне кажется, уже времени нет у нас. Хорош. Нету. Опасно. Они сами могут в смоках быть. Пак идет. Возможно, они сами в смоках. Хорош. Лазер КД, 16 секунд. В центре, вот здесь стоит, в центре. В центре, прям по центру реки. Стоят. Давайте чуть центрально толкнем. Все-таки нельзя забывать о фарме. Будет хорошо, если заберем. Блин. Прозана разбить бы. Хорошо. Но уже надо добивать. Хорош. Добили, отлично. Егу забрали. Плюсую. Найсово. Че, внизу драку попробуем закатить. Хорошо, подрались. Когда игры с подписчиками после этой катки, я думаю, пойдем. Если сейчас выиграем, то выиграли. Если проиграем, то проиграли. Призрака Бладстоун. Софида, давай. Чем, мне тоже надо на передовой стоять, я так понимаю. Потому что у нас слишком много ребят сзади стоит. У нас стоит ЕС сзади. Все сзади стоят. Единственное, только чревато, что я яйцо не поставлю, это плохо. Но я единственный рейнджевик, который может поддерживать всю контору. Но в меня могут прыгнуть и типа меня даже не подсейвят. Это плохо. Ух, терраса там, ничего себе. Хорош. Я очень близко стою. Да, кстати, мне репел по кайфу будет. По кайфу. Но они тоже не хотят отдавать, да? Двойку даешь? Урси дает, зачем? Забрал, хорош. Вот так сделаем. Нормально, должны забрать. Пускай разобираем, это будет отлично. Слардар, если не накроет. А, отлично, не накрыл. Хорошо. Пойдет. Слардара зоню. Слардара зоню. Слардар будет прыгать, парни, от меня отойдите. Вот, прыгает уже, да? Но меня продали. Я на него вроде урну подкинул, не хватило. Хорош на стик. Но это, кстати, проблематично. Проблематично. Да понятное дело, что у них пик хороший. Ну, Слардар за мной просто. Но у меня 2700 есть, кстати, можно будет сделать. Хорош. Можно будет сделать кнопочки. Где ЕС? ЕС далеко. Ой-ой-ой. Это ГГ. Минус Аега. Ну, мы тут, возможно, даже проиграем, потому что по керри геймингу тяжело будет Урсу, если будут сейчас так пинать. А Урсу будут пинать.
Так, ну 20 сек. 20 сек. Если будет 20 сек убегать, может быть что-то и получится. А сейчас дагер будет. Хорош. Ай, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает, но будет драться, да, уже? Призрак тушит, тушит, тушит. Ой, задиспейлился, бро. Блин, кал. Тут, если что, омник. Хороший, на секунду, я ТП. А, ТП, так у нас Т2 нету. Жесть. Нажми, омник, да, омник не жмет. Нажми. Все, стоим. Нельзя, не лезем. Умка попался, да? Жесть, очень хорошо зацепили. GG, ХГ сейчас ломать будет. 40 секунд. Но ХГ отдаем, кстати. Нету смоков. Курим. Должны забрать. Забрали, это плохо. Жалко, что Слардара не забрали. Очень хорошо было бы. Закатываться будет. Найс. Печалька. Это печально, парни. Мы можем подраться или нет? По идее, можем. У меня все кнопки имеются. Я не трачу. Санрей, я не трачу. Это печально. Отлетать надо. Сейчас второй заход будет. Хорош, давай. О, хорош. Это найс. Должны забрать тоже, да? Не заберем. Нету дэмэджа. Надо диффузелы какие-то собрать, я хз. Это плохо. Могли забрать, кстати. Пуск со спины. На это ГГ. Успеваю. Неужели? Хорош. Выжил. Да, плотненько. Плотная игра. Может, мне дизарм какой-то сделать? Санрей. Супернова есть. Может, диффузел купить, чтобы схилку ему снимать. Шива тоже хорошо будет. Я сейчас за счет Клаки опять выжил. Да. Печально. Но такая потная будет игра, ребятки. Максимально потная, потому что тут... Ускар сейчас пока не купит БКБ, это... GG. Как пришел, хотел давно, вот начал снимать и делаю, поэтому... Жесть, может Шиву... Блин, Шива это, конечно, хорошо. Но поможет ли она? В этом вопрос. Шива поможет ли она? Насомник просто сапог и все. Очень мало. Или Линку. Не знаю. Фармить надо, МКБшку надо. МКБ походу надо. Что там Сиги летит, да? Дискорд, да не нужен тут Дискорд. Я тут ультой особо и не пользуюсь. Я поэтому и думаю, что мне тут собрать. Хекс хорошо зайдет вместо Шивы. Отлично будет для контроля дополнительного. В том-то и дело, что я думаю. Просто от моей ульты особо тут ничего не зависит. Мы стараемся драться не от моей ульты, а просто вместе раскидывать кнопки. Раскидывать кнопки. В этом смысл.
Да, Ризрак и Хускар, да, хорошо было бы. Хорошо было бы. Рано смока, да? Пунка минусом. Печалька. Ой, хорошо. Это хорошо. Я дерусь. Хорошо, так сделаем. На подкрепку. Пака заберем еще, да? Бардариха. Ах ты, Криса. Ну, хрен догоним. Был топ. Сладдариху жалко, не убиваем. Но драка хорошая, Хуска убили, ГГ. Пойдет. Т2 попробуем. У нас пушить еще нечем особо. У нас, как-никак, Урса это не такой пушер, чтобы там прям вообще GG выносить все. Да, дизарм надо. 4900, я, наверное, хекс. На базу. Давайте хекс сделаем. Там, скорее всего, ребята сейчас умрут. Ходите, парни. Хорошая драка сейчас была, то, что Хуска слили сразу. Там Урса в упоре был. Отлично. Хекса бахнем. Оставьте. Пойдет. Спасибо, ребят, всем, кто на стриме. Жесткая у нас тут заруба происходит. Жесткая заруба. Лютая, я бы так выразился. Так, ну наша задача, в принципе, это правильно подраться и все, и не ошибаться. Стараться просто правильно двигаться. Заруба лютая. Опасно, опасно. Очень опасно, Урса сейчас стоит. Роза нам там прочекивает. На топе Ризрак, 12 бладстоунов. Плохо, что у него бладстоунов много. GG. Слардар внизу, да? Пойдет. Хекс пойдет, пойди, с хексом нормально должно быть. Так, МКБ-ха есть. Так, мы отпушили, но надо низ отпушить бы еще желательно. Там вон, вон чё. Интернешнл какой-то, да не, просто потная, и все. А, плохо, сыроек отдали. Сыроек отдали в ХГ. Резко, резко, ББ. Сейчас догонять будет, возможно, Омника потеряем сейчас. От ХГ станем, сейчас нормально будет. По идее. Там посмотрим. Омнику рефреш. Омника просто арканы и стики, бро. Так, этот пошел на сплит, да? С гем. Гем туз. Очень хорошо будет, если так плохо Его не реализует. Хорош. Отлично. Нулевая Аега просто. Урса дальше пошел, да? Под Слардара не становиться, главное двигаться вместе.
Хорош. Это хорош. Отличная драка, даже без яйца. Урс оборвался, просто уничтожил его. Второй раз, вторая жизнь у него просто под хиксом улетела. Вторая жизнь просто под хекс улетела. Next, можно что-то еще собрать на команду. А он просто в наглую зашел, а я отзонил. Ты понял, да, почему Слардар не поддержал? Просто я накрыл дайвом. Отзонил их. А 3 секунды до гера позбивал, и все, у нас там времени достаточно. Это довольно-таки интересно. Хорош. Так, ну в принципе можно попробовать тут даже чуть подзабычить. Там, правда, еще сыр будет. Пятером надо двигаться. Ну, кстати, дефиса это не атаковать. Атаковать сложнее. Плюс ВБ. Фармим, в принципе. Фармим, фармим, по чуть фармим. По чуть фармим. Парнем. Базука. Нифига там. Соберите. Надо сейчас аккуратно играть, потому что они сейчас могут смакануть и пойти душануть. Эзериал. Посмотрим, что сейчас будем тарить, ребятки. Потому что тут сейчас суета прям лютая будет. Сейчас, скорее всего, будет нападение через смока. Нет, Ризрак в миду, да? Вот и два. Надо стики, наверное, выкинуть. Взять телепорт. С телепортом двигаться и подсейвливать, и все. Чем больше сейва, тем лучше. Если что, хекс откинуть. Правда, от меня тоже контроль требуется, потому что в лазере я не могу кнопки нажимать инвентаря. Хекс я не смогу там дать. Нужно будет поближе подходить. Мид у нас пушится. Пушится сильно, надо двигаться. Причем резче. Есть. Хорош. Кого загнали, да? Сами себя хекс хускару даю. Отлично. Хекс хуску дал. ПКБшка, это плохо. Очень сильно можем сейчас разойтись по драке. Слардару надо кнопку дать. Ой, если там крэш, это ГГ. Будет. Если там крэш, это ГГ. У нас в спине один герой еще. Без урса мы тут не потянем. Ну, если вылетает, то тут мы не потянем без урса, парни. 100%. Жалко там хуска он подизейблил. Но они хорошо тут вошли, минус пак, но Слардариха еще живая. Это GG, походу, да? Без него ГГ. ГГ. Свет офнулся. Прикинь, да? Хост-туннель. Прикинь, свет офнулся у него. Ну, такое. Но можно с трипл-контролем как-то пытаться, но не факт. Что-то получится. Да, это ГГ. Я сгорю на работе, да? Ну, это ГГ, парни. Это ГГ. Без урса тут вряд ли выиграем. Печалька. Без урса ГГ будет, да? У нас нету дамагера. Печалька. Дела нормально. Доиграем. Жалко, конечно, что там свет дропнулся. Но тут прям хорошая игра такая. И сейчас так
Глупо. Вы бы из сурсов проиграли, кто тебе говорит? Мы так отлично держимся, что тут не, непонятно еще. Даже ничего. Так что расслабься. Печалька. С, свобода. Да, свобода. Так, 20 секунд, да? Реса. Десять секунд. В принципе, они не должны тут ничего ломать за 10 секунд. Но у нас дамага теперь нету. Мы сможем, да, допустим, образно дефиться. Но атаковать как мы будем? Атаковать-то как будем? Это печально. То-то-то. Будут пытаться раскачивать. Да, без Урса ГГ, я так думаю. Офигенно было бы, если бы Урса был в игре. А так, ну у нас шансы были. Печально. Че у тебя свет дропнуло, да? Такой зашквар. Такой зашквар, бро. Давай попробуем. Пойдем. У Слардара нет, надо идти. Надо идти. А, я понял, это они специально позвонили, походу. Чтобы дропнули и подняли. Такое себе. секунд. Зацепить бы кого-то было бы годно. Не знаю, нужна будет поддержка. И вот это так сделаем. Хорош. Так, 5000, да? Шиву попробовать. Думал, слышишь, сори, не знаешь, дополнительно. Не, нормально, нормально, бро. Тебе модерка на канале нужна или нет? Просто ты не заходишь, я поснимал у тех, кто не заходит. Если надо, скажи, я верну. Чтобы фейками там не призвонили. Чалька. Тараску не знаю. Пока не знаю, не могу сказать. Тут бы какие-то дасты, знаешь. Так, это вот так надо, да? Опа, так, но меня тут не должны слить, да? Вот так сделаем. Хорош. Жалко, они цепанули, да? Сейчас кнопка будет. Сторона у нас отпушена. БКБ жми на хуске. Жесть, я его почти спалил. Хорош. Красавчики. Похилю. Пока не надо. Чат мирный. Да, да просто... Рили, у меня был такой момент. Короче, в чате столько говна было. Никто не заходил. Я у всех поснимал. Спасибо за фидбэк, бро.
Ребята, напоминаю, если что, на Урсе играл Дима Зевс, вот он в чате. Нормально тушили. Тушили, не дотушили. Чуть-чуть, к сожалению. Чуть-чуть не дотушили. Так, хорошо, ультанул, пойдет. Отлично. Все похилим жопу. Отлично. Ой, крэш по четверым, это жестко. Ребята, похилим. Надо отойти. Пуска нету, но есть кнопка. Есть хекс, если что. 30 сек. Можно напасть, не знаю, вот за вот эту наглость. Хорош. Через хекс офигенно убиваем. Офигенски через хекс. Оу-йо-йо. Бро, держись, что делать. Возвращай, бро. Я тут, скорее всего, умру. Да, тут все, скорее всего, умрем сейчас. Нету кнопок. Пойдет, гетбэк. Жалко, Урсу забрали. Можно не крачать сделать тут сейчас в публе. Понял, на будущее движ зовите. Не вопрос, бро, спасибо за помощь. Спасибо. Спасибо. Надо гетбэкать резче. Там Рошан скоро будет опять. Его на базу тревела возьмем. Дизармик хорошо было бы тоже сделать бы с него. А можно Сильвер сделать? Ладно, пока так оставим. Дефим. Лотус можно. От чего Лотус? Хорош, минус БКБ. Отлично. У меня уже ульта есть. Это просто гуд. Так, ну теперь пассивного хаперегена не будет. Пассивного хаперегена не будет. Благодари, хапугает. Дима играл на Зевсе. Ой, на Зевсе. Дима на Зевсе, короче, играл Урсой. Гэм. Пробовать. И толкнем. Есть кнопки. Погнали. Это Рошан, это печально. Го в ХГ. От ХГ лучше будет. От деф, от деф, от деф, от деф, 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 деф. Плюс. От дефа лучше выстоим. От дефа лучше постоим. Еще. Все, ок. Будут бабки разберет он. Так, там нету кнопок, да? Будет офигенно, если Хускар сейчас опять так саега отдастся. Да, Ахмед на двоих тут потеет. Не знаю, ну раз он взялся уже за контроль, пусть играет, потому что сейчас будем за героя вот так вот хвататься, это тоже неправильно будет. Будет неправильно. Будет неправильно. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош, ну яйцо подсейвит. Сейвит лицо. Это плохо. Я все кнопки слил. Все кнопки слиты. С Лордара до крэша слить. Отлично. С Лордара отзвонил до крэша.
Хорош. Давай, давай. Джи. Хорош. Дима, ну ты чё так раздаешь? Ты хорош, да? Я с ТП, парни. Не сдефну. Не придите. Хорош. Не сдефну. Хорош. Нормально, лазером там допилил, чуть-чуть оставалось. Пойдет. Не столкну. Гоу ТП. Омника похилим. Так сделаем. Парни, становитесь, let's go. Хорош. 5000 есть. Го топ. А, не, Б, Б, го. Не-не-не, Б, там уже рез, все рез. Все рез уже. Это плохо сейчас так стоять. Глиф, тем более, Б. Не-не-не, Б, Б. Бэкаем отсюда. Сейчас погоня начнется лютая. Б, фул Б. Скорее всего, Омника потеряем. Полетели. Нормально. Хорош. Пойдет. По чуть-чуть работаем. Отлично. Там Слардар прыгнуть не может. Слардара нормально, там под замедло кидаешь. КГ. Чисто чепуха получается какая-то. Мани-маню. Здорово. Приветствую. Шалома и Нану-Нану сыграем разок-другой? Да, бро, на некстовую, на некстовую. Сейчас скатку либо выиграем, либо проигрываем. Четвером играем, там нагинг на урсе раздает. Пытаемся. Дефимся. Так, внизу Слардарго. Слардара нет. Слардара нет, если сейчас кого-нибудь спанем, будет офигенно. Они внизу. Хагего. Я топ толкну чуть-чуть. Хотя он и так толкнут. Есть у меня вот такая кнопка. Барт стоит. Есть. У меня байбека нету, если что. Сюда аккуратно. Хорош. Че ты взял, что урна не работает? Я дайв просрал. Плохо, Б. Б, плохо, плохо, плохо. Очень плохо. Надо задиспелить урсу. Это сплит будет, да, походу, сплит пуш? Но мид подпушивается постоянно, это радует. Это радует. Пойдет. Ой-ой-ой. Это плохо. Там еще Слардариха живая. Насколько я помню. Вот она. Кстати, можно ее, как говорится, не живую превратить. А, хорош. Сюда, дорогой.
Хорош. Так, там только пак. Там только пак, это радует. Хекс не доконтрил, но лазером допилил, достал таким. Я залагал. Ля, я залагал. Бог ты мой. Гоу, если же драка пошла, то надо драться до конца. Надо допушить. Уходим. Да чтоб тебя. Жесть. Да, ё-моё, хватит. О, ну что это такое, жесть. Блин, как же не вовремя эти лаги. Жесть. Вот это интернет дает газу. Attempt to reconnect, ясно. Все, go. Agreed. Смотри, парня залагало люто. Ой, хорош. Подкатка. Да, ну хорош. А, не лагай. Ребятки, ну победили такие топ-тбшеров. Победили мы топ-тбшеров. Хорош. GG. По бо 3 победили, первую катку восрали. Но все остальные, ребятки, выиграли. Сорян, так подлагало в конце сейчас. Конечно, ребятам отдельный респект. Нагин, красава, за двух героев задушил. Зевс, жалко, с нами не доиграл. Но в целом катка получилась такая. Задушили мы таких топ-тбшеров. Вот такой видосик получился. GG. GG, ребятки. Жесть. Спасибо, ребятки, всем, кто на стриме. От души. Ну, потно, в конце жесть. В конце жесть, конечно, залагала еще. GG. Ребята красавчики. Ребята красавчики, максимально хорошо сыграли. Ну, позиционка, как говорится, делает свои вещи, ребятки. Не забывайте про позиционку. GG.